сегодня Атлант, наверное, действительно может речевку желто-синий самый сильный оправдать. Но момент какой! Гол Динамо! Вот это да! Вот это сольный проход сейчас удается! И не спасает Карлсон! Вот это да! И болельщики «Динамо» сейчас в восторге от прохода Максима Карпова. 16-я шайба Карпова за «Динамо». Вот это да! Интересная концовочка нас ждет. Ну, посмотрите, вот опять «Динамовцы». Здорово убегают из своей зоны. Карпов все-таки нашел там лазеечку между штангой и щитком Карлсона. И посмотрите, так одной рукой буквально переложился налево, и потом, посмотрите, очень здорово, молниеносно бросил. Итак, динамовцы повели 2-1.